Все, всех приветствую. Очередное развлекательное трэш-экшен видео на канале. Мы будем тестировать вот этот маленький двигатель на максимальные обороты. Этот двигатель должен на 50 Гц выдавать около 3000 оборотов в минуту. Сейчас я наболтаю до полтинника, и мы попробуем. Вот так. Оп. Есть работа. Так. Ну вот, видно было, 2900 показывало. 3000, 2700, 2970. Ну вот, много измерений, все около 3000 оборотов. Значит, это двигатель действительно 3000-ник, да, ну и по звуку слышно. Ну что, будем набалтывать, пробовать, до скольки же оборотов он разгонится и не разорвет ли его. Итак, поехали. Гц, 100 Гц, это 6000 оборотов в минуту, что довольно-таки немало, как вы понимаете, но мы пойдем дальше. Так, 150 Гц и 9000, идем дальше. Уже что-то немножко даже стрёмно становится, но мы продолжим. Так, 200 Гц, 200 Гц, ребята, вы видите? То есть сейчас двигатель 12000 оборотов выдает, и это обычный асинхронный движок. Он на такое способен, на такие подвиги. 11600. 11, да, 11700. Ну, немножко до 12 не дотягивает. Сейчас попробуем наболтать еще больше. Так, смотрим. 11988. 12. Пробуем еще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Немножко стрёмно даже становится. Какой-то звук необычный появился. Ну, подшипники вроде бы сильно не греются. Смотрим оборотики. 12600. Хотя, судя по частоте, должно быть немножко больше. Ну, пробуем еще набалтывать. Попробуем дойти до максимума. Вот такое ощущение, что двигатель особо не разгоняется уже. Как-то на одной волне он жужжит. Может быть, это обманчиво, конечно. 12900. 12900 оборотов. Так, едем далее. 233 Гц и 13500. Нифига себе. Интересно, до 15000 дотянет, нет? Очень интересно. Офигеть, просто жесть. Двести пятьдесят Гц. 14400. 14350. Немножко гуляют обороты. Ну что, идем дальше?
Разбегайся! Да, не ожидал, что можно так раскрутить обычный асинхронник. Это самый обычный асинхронный двигатель. 270 Гц. Жесть! Оборотов. Все-таки дошли до 15 000. Это очень жестко. Все, ребята, теряет оборотики движок. Все, больше не пошло. Ну все, дошли мы до максимума, просто дальше он уже не может раскрутиться. И частотник ему в этом никак не может помочь. 278 Гц, и он остановился. Дошел до более 15 000 оборотов в минуту. Вот такой вот эксперимент. Я, честно говоря, уже очень давно мечтал о таком эксперименте. Но большие двигатели, ну даже вот этот от ТВ-4, он не может так сильно разогнаться. У него там максимум 150 Гц, и он вообще уже никак не тянет. То есть, чем больше движок, тем труднее его разогнать. Ну, либо он должен быть специальным, со специальным железом. В общем, на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайками. Возможно, еще какие-нибудь такие дикие эксперименты буду проводить на канале. Движочек, кстати, рабочий. Давайте я вам покажу, а то вы, может, подумаете, что ему кирдык пришел. Сейчас уменьшу частоту до 150. На 150 он даже должен запускаться. А ну-ка, опа, все работает. В общем, всех благодарю за внимание и всем пока.